Вначале я хочу вам задать вопрос. Скажите, ребята, вы что любите больше? Радовать людей или огорчать людей? Радовать любите больше? Вы знаете, что каждый наш поступок, он либо радует людей, либо огорчает. Если мы делаем что-то доброе, то люди после этого радуются, правда? А если мы что-то плохое делаем, люди огорчаются. Я хочу вам рассказать историю про двух мальчиков. Одного звали Саша, а второго Петю. И вот однажды Саша и Петя пошли на речку купаться. И вот они пришли на берег и увидели, что на берегу лежит чья-то одежда и стоят чьи-то ботинки. Они увидели, что в речке плавает чужой незнакомый мужчина. Тогда Петя говорит: «Саша, а давай мы с тобой сейчас возьмем эти ботинки, спрячем их в кустах, а сами будем смотреть и смеяться, когда этот дяденька выйдет и будет искать свои ботинки. Вот мы насмеемся!» А Петя говорит: «Нет, давай по-другому поступим. Давай мы лучше в эти ботинки положим копеечку, а потом посмотрим, когда дяденька выйдет из реки, посмотрим, как он обрадуется». И вот мальчики так и сделали. Они положили в эти ботинки по копеечке, монетки кругленькие, а сами спрятались в кусты и думают, что же будет дальше. Вот они сидят в кустах и ждут. Из речки на берег вышел пожилой мужчина. Он оделся в свою одежду и стал обувать ботинки. Одел один ботинок, что-то ему там мешает в ботинке. Думает, наверное, камушек какой-то попал, правда? Как ты думаешь, Марик, что там было в ботинке? Монетка. Монетка! Эмилия, а как ты думаешь, откуда она там попала? Мальчики подложили. Громче. Мальчики подложили. Мальчики подложили. Точно, вытащил. Монетка. Откуда? Это не камушек, монетка. Обул. Стал обувать второй ботинок. Что-то там в ботинке ему мешает. Настенька, что ему там мешает? Монетка. Монетка. А, Катенька, а откуда там монетка появилась в ботинке? Там мальчики... положили туда. Мальчики положили монетку. И вот, когда этот дяденька обулся, он очень был удивлен этому. Но мальчики наблюдают дальше. Что будет дальше происходить? Вам интересно? Дяденька встал на колени, сложил ручки. Слава, как ты думаешь, что он будет теперь делать? Молиться. Громче. Молиться будет. И вот мальчики так сидят тихонько в кустах и думают, о чем же он будет молиться? А как вы думаете, о чем он будет молиться? Я хочу вот там Эдика спросить. Эдик есть у нас? Как ты думаешь, о чем он будет молиться, этот дяденька? О том, что ему дали копеечки. Он благодарить будет. Точно, точно. Мальчики сидят и слышат из кустов такую молитву. Господи! Я так тебе благодарен, что какие-то люди так позаботились обо мне, положили в мои ботинки денежки. Я так сегодня нуждался в деньгах. Господь, я так тебе благодарен, что ты совершил такое чудо. Я пойду и куплю себе еды. Но на этом молитва не закончилась. Мальчики дальше слушают, а дяденька продолжает молитву. Господи, благослови тех добрых людей, которые сделали это, которые положили копеечки в мои ботинки. Ты благослови этих добрых людей. Мальчики сидят в кустах, у них аж дрожь по телу. Это же о них молился дяденька. Но потом мужчина собрался и ушел домой. Саша и Петя вышли на берег и долго о чем-то размышляли. Как ты думаешь, Даник, о чем они размышляли? Не знаю, Слава. О чем мальчики, давай, Влад, о чем размышляли? Вони в кустях сидели. Они потом вышли из кустов и о чем-то размышляли. Верочка, о чем они размышляли, как ты думаешь?
Хорошо они поступили или плохо? Да. Да. Что да? Ну, хорошо. Хорошо. И думают, как же все-таки правильно мы сделали, что не спрятали ботинки, и этим бы они плохо поступили, огорчили бы человека. А они сделали добро, и этим порадовали человека. Да? Поэтому, ребята, я очень хочу, чтобы вы своими поступками всегда радовали других людей. Хорошо? Все, что вы не делаете, чтобы люди радовались. А вы знаете, ребята, поднимите руки, у кого дома есть детская Библия. Поднимите руки. Влад, у тебя нет дома Библии детской? Да, дома. Дома есть, хорошо. Вы знаете, ребята, в Библии есть такое правило одно. Если вы будете его соблюдать, то все, что бы вы ни делали, люди всегда будут радоваться. Оно называется «золотое правило Библии». А кто знает, как звучит это «золотое правило»? Давайте я начну, а вы продолжайте. Во всем, как хотите, чтобы с вами... Как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и поступайте с ними. Умница. Давайте мы все вместе и повторим. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Кто из вас хочет, чтобы вас обижали? Никто не хочет? Значит, и вы никого не обижайте. А кто хочет, чтобы с вами дружили? Значит, и вы со всеми дружите. А кто хочет, чтобы на вас плохие слова говорили? Значит, и вы ни на кого не говорите плохих слов. Ребята, я очень хочу, чтобы ваши добрые дела всегда радовали людей.